Скверу у Дома культуры «Искра» в Красноглинском районе Самары уже более полувека. Местные жители еще помнят, как сажали эти деревья, как благоустраивали и хранили территорию. По ступенькам этих лестниц гуляло не одно поколение самарцев. Здесь было много-много цветов. По всей лестнице были вазоны с цветами. Было красоты неописуемое это место. Вот сейчас прошли годы, и все пришло несколько в негодность. И хотелось бы, чтобы это все засияло былым великолепием, чтобы люди здесь опять могли отдыхать, жить и любить это прекрасное место. Территория просто уникальная, изумительная. Поэтому я считаю, что да, и наш Дом культуры надо ремонтировать, и эту территорию надо обязательно благоустраивать, делать здесь детские площадки. Жители Красной Глинки выбрали сквер для рейтингового голосования по федеральной программе формирования комфортной городской среды и разработали дизайн-проект. Он предполагает разделение территории на три зоны отдыха – центральную с исторической аллеей и две боковые с сухим гротом, дорожками и спортивной площадкой. Данные все три зоны, они населением востребованы, молодежь здесь продолжает собираться. Единственное, нужно вот действительно капитальное благоустройство здесь, для того, чтобы это было и интересно, и красиво. Мы хотим сделать площадку для того, чтобы заниматься различными видами спорта. Сделать скамейки, торшерное освещение, урны. Мы хотим сделать сухой грот. Очень хочется восстановить наши стенды с историей поселка. Чтобы все задуманное воплотилось в жизнь, необходима активная поддержка жителей. До 30 мая идет голосование за те городские пространства, которые получат федеральные средства и будут благоустроены уже в следующем году. Отдать свой голос можно на сайте 63.городсреда.ру, а можно воспользоваться виджетом «Мой выбор, мое будущее» на информационных ресурсах городской и районных администраций.